Аргументы, мнения людей, ох, как часто временные ложны. Ряд свидетельств вдруг начнет редеть, и свинью тебе в постель уложит. Худо, плохо, скверно на душе, как припомнишь доводы свои же, от которых ты же стал мишенью, поражение замаящит ближе. Вам понятно, что хочу сказать? О доверии к словам библейским. Мысли лишние рубить и отрезать, что не Божие, оно грядет в отместку. Все характеристики друг другу, наши биографии и книги, в свете Библии метнутся прочь с испугу, словно птицы, дикие от крики. Что не сходится с Евангелием вечным, не находит подтверждения в нем, можешь не принять, признав увечным, грош цена базарным шумным днем. Помпа и ажиотаж канонизации в судном страшном дне по воскресенье может ужасом, обманом оказаться, вовсе и не золотом, а сеном. Бог Всевышний и Иегова Сущий слово вечное оставил руководство. Но традиции преданий тучи, тучи, церковь обескровили так просто. И куда ни глянь, повсюду ложь. В церкви, в государствах во всем мире, ежечасно, беспросветно, сплошь, будто жили сотни лет без стирки. Боже, утверди авторитет вечного священного писания. Для православных Библия редчайший раритет, а значит, наша жизнь распни, а не осанна. 17 сентября 2004 года.